Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хотела вам показать, что я сделала за последнюю неделю. Вот такое украшение. Такое бирюзовое настроение. Фурнитура под золото. Вот такая красота. Я редко делаю подвески. Но тут я прям вот, ну, не смогла удержаться. Это очень в этом году модная деталь. В виде такого мужского лица. Ну и каучук. 4 миллиметра. С застежкой. Крупная, яркая. В то же время какое-то строгое и благородное. Что-то меня потянуло на такой минимализм. Иногда хочется чего-то яркого, много. Многорядового какого-то украшения, многорядного, вернее. А иногда хочется вот чего-то такого нежного. Это агат вены дракона. Такой полупрозрачный камень. И это тоже. А это такая вот интересная фурнитура. Вот такое украшение из ювелирной сетки и фурнитуры бронзовой с птичками. Это ювелирная сетка, в ней бисер. Оно довольно длинное, поэтому даже без застежки сзади. Видите, как бисер пересыпается. Сегодня началась зима, с чем вас и поздравляю, мои дорогие. Сейчас все мастерицы практически на Ютубе делают зимние украшения. Ну, и я не осталась в стороне. Вот, это вот такая норка. Полосатенькая. Ну и вот такая дама. Ой, девочки, как это называется? Вот скажите мне. Я не могу уже с этим вообще склерозом. Ой, вы знаете, вот уже просто вот не до смеха над собой. Вот еще одно украшение из ювелирной сетки. Вот такой прелестный цветок. Вот у меня сегодня и зимние, и летние украшения. Так, сзади застежка. Очень красивая, нежная.
Я всегда говорю, что манекены очень маленького размера. На человеке это будет выглядеть вот так где-то. Не так длинно. Серьги, леопарды, гепарды, не знаю, но из отряда кошачьих, из семейства кошачьих. И перламутр. Ой, чуть не забыла про шарфики любимые. Сейчас я их не делаю много, но все равно. Я так люблю это занятие, что в перерывах между работой нет-нет, да сделаю шарф-колье. Такой нежненький. Я не знаю, что это за ткань. Такая прям... Это не хлопок. Нет, но он такой какой-то прям похож, знаете, как раньше крепдышин был. Я понимаю, что это не крепдышин. Сейчас уже, наверное, его нет. Но такой, вот такой какой-то по фактуре. Ну, ведь замечательная вещь. И так. Его же можно носить по-разному. И вы никогда не останетесь без внимания в таком украшении. Вот такое украшение. Я вот недавно только был розыгрыш, выиграла Ольга Давыдова. Вот такое же украшение. Ну и у меня оставалась подвеска. Я сделала еще, но так как бусин было мало, я добавила фиолетовый кошачий глаз. Ой, девочки. И получилось вот такое украшение. Кончилась эта штука чистить манекен. Кошмарно, вы уж простите меня. Вот такое украшение. Это ручной работы. Кобальтовое стекло. Сейчас я вам покажу. Вот на свет, видите, оно какое. Фурнитура со стразами. И на синем каучуке. Это из-за того, что отверстия вот такие вот у этих бусин огромное. Оно просто свободно двигается. Вот такое вот украшение. Экологические бусы из натуральных материалов. Я уже так их показывала мельком девочкам. Говорила, что это природный оберег. Тут и осина дерево, и рудракша, восточные такие вещи, и дикинг. В общем, и натуральный... Господи. Натуральный коралл. Вот она, старость не радость, девчонки. Знаешь, как называется, и не можешь сказать. Это ужас какой-то. Так что вот такое получилось украшение. Ну и в конце шарф-колье с морскими обитателями. Всякие тут осьминоги.
Он такой тоненький, тоненький. Ну, это хлопок, но прям тоненький. Фурнитура под золото. Такие бусины стеклянные. Ну вот, это все на сегодня, что я сделала. Спасибо всем. Спасибо, мои дорогие, за ваше внимание. Особенно тем, кто досмотрел до конца. Я работаю для вас. И для меня очень важно ваше мнение. Нравится вам или не нравится. Пишите, пожалуйста. Но если у вас есть желание купить, нужно написать мне в WhatsApp или Viber. Телефон я укажу под видео. Ну и с первым днем зимы. Пусть она пройдет быстрее. Пусть будет не холодной, хорошей такой. У нас она вот такая зима. Всем здоровья. Пусть сгинет этот вирус за эту зиму. Так хочется, чтобы к весне мы прям все были здоровые, счастливые. Без масок. Я всем желаю только добра. Добра, здоровья, счастья. Всего-всего хорошего. Спасибо всем.